Это Prime Time на Life News. У нас меньше 14 минут на одной из главных тем этого дня. Неделя моды открывается сегодня в Москве. Она будет юбилейной, 20-й по счету. В ближайшие 5 дней в столице покажут новые коллекции многих российских дизайнеров. Ну, откроется Moscow Fashion Week буквально через 17 минут показом модельера Валентины Юдашкина. Что представляет собой сегодня российская мода? Легко ли пробиться молодым дизайнерам? И можно ли зарабатывать деньги на моде в России? Все это мы обсудим с нашей гостьей в студии модельер Наталья Валевская. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, вы ведь тоже участвуете, да, причем регулярно участвуете в Московской неделе моды? Да, я принимаю участие, по-моему, с 2004 года. Достаточно давно. Последние 10 лет. Последние 10 лет. Вам это зачем? Вы знаете, для модельера показать коллекцию на подиуме, на неделе моды, это больше работа для байеров и для журналистов. К сожалению, во всем мире это так, во всяком случае. В России, к сожалению, ситуация немножко другая, но мы продолжаем это делать. А почему? Потому что мы верим, что ситуация рано или поздно в России изменится, и мы верим в том, что в России наконец-то и байеры, и журналисты начнут посещать недели моды, как это происходит в Милане, и как это происходит в Париже. Также За 10 лет что-то изменилось за последнее, что вы знаете, меняется в лучшую сторону. Есть прогресс, немножко есть. Не сильно, но есть. Байеры российские или зарубежные приезжают? Байеры приезжают, на неделю моды в Москве приезжают российские байеры. Для того, чтобы получить зарубежных байеров, надо продаваться и быть представленным в шоуруме за рубежом. Мы представлены в Милане, поэтому байеров зарубежных мы получаем через Милан. То есть пока Московская неделя моды, вот не пока, уже 20 лет, как не может выйти на тот уровень, что там Миланская, Парижская, Нью-Йоркская? Конечно, пока они еще не вышли. Я надеюсь, что, может быть, сейчас, в ближайшее время, когда все-таки решили обратить внимание на несуществующую текстильную промышленность, и я надеюсь, что что-то изменится. Но... А об индустрии, об инфраструктуре мы еще с вами поговорим. Пока давайте об идеях. Вот есть что-то интересное вообще у российских дизайнеров? Есть какая-то у нас фишка, которая отличает российскую моду там, от японской, не знаю, от европейской, от американской? Или пока все свежие идеи ограничиваются вот этими спекуляциями на хохломе, на гжеле, на кокошниках, вариации на тему там, русского народного костюма и так далее? Вы задали очень правильный вопрос, и я с вами совершенно согласна. Вариации на тему хохломы и матрешек никого в мире не интересуют. Байеры это больше не покупают, они покупали никогда. Интересует действительно на свой свежий взгляд и то, что могут сделать русские дизайнеры какой-то свой потенциал. Я могу сказать, что дизайнеры есть, и есть интересные дизайнеры. Отвечать я могу, естественно, только за себя. То, что делаю я, это коллаборации с русскими художниками. Одна из последних коллабораций это с художниками Виноградовым и Дубасарским. Я просто работала с их картинами, создавала из них орнаменты, принты. Мы, естественно, столкнулись с вопросом, где печатать и где делать ткани. К сожалению, мы не смогли сделать этого в России, потому что ни одна из фабрик ни в Иваново, ни в Орле не печатает то качество принтов, которое нужно было, те палитры. Естественно, все закончилось Италией. И так я постепенно начала работать с Италией, начиная от ткани, заканчивая производством в Италии. То есть получается, если ты молодой, начинающий, талантливый дизайнер, своими идеями, но у тебя нет денег для того, чтобы перенести все свое производство за границу, то ты просто обречен на провал, либо на то, чтобы печатать футболки с изображениями политиков, которые прекрасно продаются. Знаете, доля истины есть. Я могу сказать, что производство свое за границей не нужно. Вы можете размещать заказы на аутсорсинге. Но это дороже, чем в России размещать заказы? Или дешевле, может быть, наоборот? Вы знаете, я вам скажу, что, наверное, дешевле, и качество будет лучше. Почему? Потому что, как мы с вами только что говорили, нет фабрик, которые делают ткани, нет фабрик, которые производят фурнитуру, и, извините, невозможно найти фабрику, которая даст качественный отшив. Единственное, сейчас появляются фабрики, которые неплохо шьют в Белоруссии. И так как это единая таможенная зона с Россией... Белорусский да, трикотаж. Да, да, да. То есть шанс работать с Белоруссией. Вот. И, допустим, я, если бы я смогла наладить производство в России, естественно, я бы все отшивала в России. У меня был большой проект shoptime.ru с CupiVip'ом. Мы отшивали всю коллекцию в России, но размещали это действительно чуть ли не на десятках маленьких фабрик, чтобы все это создать и все это сделать. Ну, смотрите, может быть, лед-то тронулся. Вот тут объявлено о том, что в Рязанской области
создается большой текстильный кластер на базе местной предельно-ткацкой фабрики. А Валентин Юдашкин всем этим занимается. 12 миллиардов рублей из бюджета на это потратит. Вот вы верите в этот проект, может быть? Вот он старт-то. Вы знаете, мне бы очень хотелось в это верить, вот, но верится с трудом. Я надеюсь, что что-то изменится, и что когда-нибудь действительно кто-то начнет работать и что-то создавать и делать, а не только делить. Ну, посмотрим. Как вы аккуратно сказали, проделить. Смотрите, Наталья, что все-таки мешает успеху российских дизайнеров и в России, и за границей? Отсутствие денег, отсутствие инфраструктуры, отсутствие связи или отсутствие свежих идей, о которых мы с вами говорили? Наталья, вот смотрите, недавно президент Mercedes-Benz Fashion Week России Александр Шумский сказал, что запускается в России совет моды. Идея в том, чтобы объединить усилия модельеров с местными производителями и экспертами для дальнейшего развития модной индустрии в стране. Вот это нужная идея, полезная? Знаете, идея хорошая и полезная. Если они это смогут сделать и действительно соединят, тогда это будет шанс для развития действительно фэшн-индустрии в России тоже. Почему? Потому что дизайнеров в России много, хороших мало, но они есть. Мешает им, смотрите, а, отсутствие инфраструктуры, и б, что еще, какие проблемы основные? Как всегда, инвесторы, деньги. Потому что какой бы гениальный дизайнер ни был, всегда нужен бизнес-партнер, который будет выстраивать бизнес-стратегию и развивать бренд. Но, естественно, это невозможно найти партнера, и, если дизайнер никому не известен. Поэтому зачастую все дизайнеры, которые так или иначе получили финансирование, это дизайнеры уже с именем. То есть до этого, извините, надо работать, стать достаточно известным, знаменитым, стать хорошим профессионалом. Это очень сложно, но работать можно. В небольших количествах российские магазины закупают коллекции русских дизайнеров, но это идет очень-очень плохо в России. Почему? Это потому что Москва, Санкт-Петербург, регионы закупают, и я вам скажу честно, Москва и Питер покупают хуже, чем покупают регионы. И регионы приезжают покупать как раз в Милан. У нас основные региональные заказы идут все через Милан. Российские регионы приедут в Милан для того, чтобы заказать одежду русских дизайнеров. Пишут заказы. Я не знаю, как других российских дизайнеров, но у меня такой опыт не в московский шоурум, а в миланский шоурум. Они приезжают писать итальянские бренды, и они точно так же пишут заказы на меня. Московские и питерские магазины зачастую хотят коллекции на консигнацию, на реализацию и так далее. И это, естественно, для дизайнера путь в никуда. Если ты производишь 3 платья, может быть, ты можешь себе позволить сидеть в Москве, шить 3 платья и давать на реализацию. Только это не имеет никакого отношения ни к моде, ни к бизнесу. Это уже какой-то, не знаю, местечковый клуб «Умелые руки». Вот, поэтому для дизайнера ему надо работать в первую очередь на имя, а второй как бы этап работы – это уже работа с инвесторами и фондами. Ну, или если повезет, и у вас будет удачный папа какой-то. Или если повезет, вы получите госзаказ, как, например, Юдашкин или Андреянов. Но это все-таки вот такие единичные случаи. Основным приходится пахать и искать инвестора, если придется. Конечно. Наталья, да. У нас минутка до конца эфира остается. Попрошу вас все-таки, расскажите, ну вот какие будут модные тенденции этой зимой и весной будущей? Ну, что-то такое основное, какие-то фишки. Сейчас зима достаточно будет холодная, насколько мы все ждем, поэтому натуральные ткани, натуральная шерсть, натуральный махер, натуральный зимний шелк, тяжелый мех и принтованные ткани, принтованная одежда – это то, что сейчас является трендом во всем мире. Вот, ну, то есть это вот примерно то, что на мне сейчас надето, платье нашего модного дома. Это шерсть, принтованная эксклюзивными нашими принтами, дубовые листья, снежинки и так далее. В общем, самое главное, то есть это те вещи, которые создают ваше настроение и подчеркивают вашу индивидуальность. И теплые. И теплые, главное, да, чтобы теплые они были этой зимой. Наталья, а лето, спасибо. Белые и палитра цветов пастель. Хорошо, спасибо вам большое. Наталья Валевская, модельер, была сегодня гостем программы Prime Time на Life News.